Всем привет, с вами интернет-магазин обновка.ua. В данном обзоре я хочу вам рассказать о модели под номером 119.19 от компании Grisport. Grisport, кто не знает, итальянский производитель трекинговой обуви, известный во всем мире, один из лидеров по продаже, по разработке и продаже трекинговой обуви. Ну, смотрим, вот такая модель у нас сегодня на показе, на обзоре. Значит, одна из самых популярных моделей кроссовок в линейке торговой марки Grisport. Модель свежая, модель 2020 года, очень популярная. По продажам просто мега популярная. Продается большими количествами. Так, ну что, начнем с подошвы. Подошва здесь стоит Vibram. Vibram, состоящий из трех составных частей. Значит, черная — это у нас резина, такая пожестче, поплотнее, чтобы сильно не изнашивалась подошва. Здесь резина мягкая, она как своего рода супинатор, вот этот красный. Я так понимаю, для того, чтобы была эластичная подошва. И верхний слой — это у нас вспененная резина, для того, чтобы смягчались удары о землю при ходьбе активной. Сверху у нас стоит натуральная кожа в виде нубука. На носочек вот заходит у нас подошва, чтобы не сбивался носок. И пяточка тоже усиленная. Так, значит, по технологиям, которые используются в данном кроссовке. Так, про Vibram я вам рассказал. Подошва Vibram одна из самых лучших на сегодняшний день считается. Кордура — это синтетическая ткань, которая вот используется на язычке. И вот здесь по контуру очень прочная, самая прочная из всех синтетических тканей и натуральных тканей, которые есть в природе в принципе. И Spotex — это мембрана, которая разработана компанией Grisport и ставится на всей продукции сейчас Grisport. Значит, мембрана, кто не знает, это многослойный такой материал, делается он чулочком, у вас нога полностью герметизируется, и мембрана помогает отводить влагу от ноги, когда нога потеет, и в то же время не дает снаружи попадать влаги вовнутрь кроссовка, и соответственно ноги у вас постоянно будут сухие, не будут мерзнуть. Ну, смотрим дальше. Так, здесь нейлоном все прошито. Язычок у нас здесь вшитый, что немаловажно. Внизу у нас влаговпитывающий слой. По контуру прошит, значит, верх кроссовка пришит к нижней части, к подошве. Здесь влаговпитывающий слой. Стелечка у нас на войлочной основе. Здесь у нас флис такой приятный. Значит, размеры у нас идут 40 по 46, размеры европейские, немного меньше, чем украинские размеры, учитывайте это при заказе. Подписывайтесь на наш канал, мы постоянно выкладываем новинки, которые появляются в нашем интернет-магазине, заходите на сайт, там больше информации, больше моделей. Всем приятных покупок в сети!